Сегодня в программе. Первый день в новой школе. Все страны мира, но не хватает еще Украины. Мы добавим. Доим. Так вот, мы пришли в день ВИЗ, сдаем экзамены. Вот Миша стоит за компьютером. Можно подвести итоги и сделать выводы. В Пенсильвании, в Нью-Джерси, да? Тебе уже две. Не, я не хочу, Жайка, я не хочу. Вы себя трогаете. Ну, когда вы еще Жека Воробья потрогаете? Это будет прикольный челлендж, то, как мы впервые в жизни в Америке будете кушать так называемую американскую мусорку. Бомба. Ого, вот это рыба. Покажи. Ассоциация «Самый счастливый день в году». Мы давно уже собирались идти в американскую школу учить английский язык, но мы решили сразу пойти в колледж. Куда мы идем? С пятачком? А штановку жаб бычком. Продолжай дальше стишок. Мне штыдно. Мы идем на курс английского языка. Валенсия колледж. Вон еще одна студентка сзади в кадре. Один из самых знаменитых колледжей Флориды. Потому что здесь настоящий профессионал. И учат хорошему и качественному английскому. Английскому. Да. Качественно учат. Объявили уже? Какие оценки? Кто в какой группе? Получается, левел 1 мы осилены, мы левел 4. Списки. Мы, вот, Чепурняк, Женя, у нас секция 6. Я думала, что я здесь буду. Я думала, что все, капец. Нет, вот я сопровала. Секция 6. Комната 123. А у меня? 117. Где? Внизу, большим маркером написано. Рум, это комната. Короче, слышишь, синдромы школьника. Пришла в школу, сразу же болит голова. Почему? Потому что учиться не хочет. Мы с тобой в одной секции. В одной группе, да? Слава Богу. Ты так рада этому. Ты будешь встречаться с одногруппником? Да, с тобой. Кошмар. Ой, смотри, что это? Что это? Это вот эта бумажечка, по которой мы фотографировались с крокодильчиком. В прошлых выпусках. Аллигаторленд? Гаторленд. Первый день в новой школе, в новом классе. Иди расскажи, что как студенты перекусы делают себе. Идем, покажу вам эту комнату. Она мне уже понравилась с первого раза. Я так понимаю, здесь ты можешь там заказать и купить? Да. Здесь всякие пюрешечки, конфетки, булочки, картошку, да? Картошка с беконом заваривать. Овсянка. Да, овсянка. Опять конфетки, чипсы, снеки. В принципе, водичка. Слышишь? Энергетик. Monster Truck. Monster. В общем, ты хотел сказать о том, что даже если ты возьмешь здесь не снэк, а какую-то овсянку, либо картошку, либо какой-то сэндвич, либо кусок пиццы, прямо здесь есть микроволновка, которую ты можешь разогреть, присесть, покушать и расслабиться. Чтоб не спать. В общем, здесь два дерева. Я так понимаю, интернационалы, да, все страны мира, но не хватает еще Украины. Мы добавим. You should have said, I'm looking for the best looking teacher. I will tell you, it's me. It's me. I'm fine. Marcus, come on, come on. Вот так вот мы будем учиться. Я банан. Чинищу банан. Доим. Наливай. Женя, готовили?
А теперь прикинь, мы в универе на сцене сидели и пели эту песню. Еще раз, я не буду, все. Последний раз для шорца, для вертикалочки. Я банан, банан. Чищу, банан. Блин, Кот, еще раз я перепутал. Я слова забыла. У нас пацаны. Мы переделали песню эту. И пацаны сидели, короче, на сцене в фартуках, в косынках, такие с ведрами. Доем. Что-то еще... только не наливаем, какое-то слово они заменили. Может, выпиваем? Жить, это в университете. Поехали, зайчик. Да. Так вот, мы пришли в день ВИЗ, сдаем экзамены. Вот Миша стоит за компьютером, сдает первый экзамен письменный. Там чуть дальше сидит Джанет. Мы сейчас подойдем, посмотрим поближе, как это выглядело изнутри. Я сделал в онлайне регистрацию. Нам прислали вот такую вот ссылочку. По ссылке мы получили номерок. Номерок, по которому мы пришли сдавать экзамены. Нам сказали, в какое окно прийти. Это было окно номер 10. И человек в окне номер 10 отправил нас на фотографию, взял документы. Документы потребуются: украинские права, загранпаспорт, I-94. Сидите хорошо. Для письменной экзамен $6, а потом вождение. Вопросы. Мы же в Украине сдавали. У нас в Украине тесты намного сложнее. Да, ну вообще легкие вопросы. Какой город? Одесса. Одесса. В зале мы сидели, ждали свой номерочек. Вот так на табле показали номер окна, к которому подойти. Зашли, и дальше я уже все рассказал. Можно подвести итоги, сделать выводы. В Пенсильвании, в Нью-Джерси, да? В Нью-Джерси у нас экзамен был с более сложными вопросами, а во Флориде, короче, ребята сдали вообще на лайте. Так что приезжайте во Флориду, здесь экзамены для особо одаренных сдают абсолютно все. Даже вот этот вот малолетний сдаст. На тебе уже две. Открыл зонтик. Welcome to Florida. Давай я поснимаю. Ой, она сыканула на меня. Да, они все красивые, Миша, все красивые. Снимай футболку, прыгай в бассейн. Где она? Есть еще? Вон она, две еще. Ну это ж там, мне туда руку надо. Все, как она белая, мать. Вот это тихо. Почти как в Одессе на море. Галька, да? В общем, Миш, с приездом. Чтобы коротко, я просто желаю, ничему не бывает лучше, чем когда люди счастливы. Одна песня. Не, не хочу, Джайка, я не хочу тут пить. Да, смотрите, какой Джек Воробей. Да, заходим. Василя, найдите, потрогайте. Ну, когда вы еще Джека Воробея потрогаете? Мне надо не там трогать. Вы говорите, в Илане и потрите. Знаете, классно, типа, сетки, да. Шмали. А когда вот как мы бросали в наше озеро такую сетку, так у нас там хищные рыбы. Это будет прикольный челлендж, то, как мы впервые в жизни в Америке, но вы впервые в жизни будете кушать руками так называемую американскую мусорку. Мусор. Это не мусорка. Это называется trash bag, garbage bag. Кстати, ведро мусорное стоит тебе. Но это для... Это для Людмилы Васильевны принесли. Нет, это для мусора. Вот тебе водичка. Вау. Не знаю.
одеваем модные костюмы. А я тебя прямо целое видео делаю. Давай. Нашли заведение, мы значит по дороге домой. Сейчас. Море продуктов наших любимых. Цены адекватные, место классное, прикольное. Но сильно уже топчет за две щеки. Очень вкусно, наверное, очень вкусно. Заказали, как называется, мусорка? Ну, давай так, мы заказали комбо, но большинство американцев называется фрешбург. Мусорка, ну окей, ну мусорка. Что здесь? Креветки, мидии, кукуруза, картошка, крешки краба и все, в принципе, да? Да, я буду кушать. А все. Соус, я так понимаю, который мы заказали, вот здесь, да, сверху? Да, да, да. А можно облизывать руки? Да, можно салфетку взять. Просто очень вкусный соус. Здесь еще чем по три. Три вот таких вот красивых клешни. Картошка тоже, кстати, вкусная. Леша, так вот мидии. Проверяю, чтобы она была внутри чистая. Чистая. Берешь вот эту ракушку вместо ложки. Хорошо. И берешь соуса. Вот так вот. Побывает. А у меня она полная. Вот так вот соус набрал с мидии. Бомба. Давай доедать эти сладости. Я наелась, походу, уже. Ну, ты не заберешь этот угол. Осталось чуть-чуть. И мы, кстати, взяли одну порцию на троих. Мы взяли одну порцию. Просим наш счет теперь. Смотрим. How much we pay today? Очень богато. Элло, очень много. $82. Мы же на 65 купили. Вот меню, вот чек. Вот. Мы взяли, короче... я не успеваю. Мы взяли комбо A. И смотри, subtitle gratuity. Что такое gratuity? Переведи, что такое gratuity. Итак, мы ходим на курс английского и пользуемся Google переводчиками. Вы оставляете или уже не будем ничего оставлять? Ну, я уже ничего не оставляю. Я так понимаю, что это она оставила, вот считай, это, да? Смотри, от 65 20%. Это как раз вот 11 получается. Все? Она сама себе выбрала кикс, да? Прекрасно. Signature. God bless you. Thank you. Рыбачка Оля. Продакшн представляет. Поймает ли она сегодня особо крупную рыбу? Ого, вот это рыба. Покажи. В ладошку помещается? Вот это рыба. Рыба моей мечты. А вот этот вот крючок поймалась? Да нет, конечно. А как ты поймала? Руками. Серьезно? Офигеть. Ой-ка, рыбачка. Умничка моя. Маленький, хочу снизу кнопочка, сверху кнопочка. Ага. Вот эти маленькие не могут даже двери открыть сами. Да. А как ты, а ты меня даже не спросила, какая, Жень, какая была твоя карта? Не знаю, мне интересно, Миша, тебе понравилась игра? Катан было бы вообще легче рассказывать. Вот. Миша умеет катан играть уже. Ребят, записываю всех вас на видео. Ассоциация «Самый счастливый день в году».